Добрый вечер всем, друзья. Я говорю добрый вечер, потому что то, что я сейчас делаю, это нужно сделать с вечера. А будем мы делать, знаете что? Мы будем заготавливать нашу смесь для завтрашнего утреннего овсяного молочка. Вот, смотрите, что мы делаем. Все это настолько просто, что даже смешно. Нам понадобится одна часть овсяных хлопьев. Вот, это хлопья как долго для длительной варки. Я их покупала в биологическом магазине. Но вы знаете, очень хорошо подойдут и вот такие вот хлопья, которые я тоже покупаю в биомагазине. Вот это овсянка комплекта, то есть здесь она очень богатая фибрами, магнезием и фосфором. Вот. Но так как у меня уже открыто, есть открытые зернышки, поэтому я решила сделать именно из того, что было. Значит, смотрите, нам понадобится одна часть овсяных хлопьев и 9 частей воды. Воды либо кипяченой, либо фильтрованной. Я возьму кипяченую водичку. Значит так, смотрите, я включаю свои весы. Ставлю емкость и насыпаю 100 граммов овсяных хлопьев. Овсяные хлопья достаточно легкие, поэтому вот и мне не хватило даже 6 граммов, представляете? Сейчас мы добавим сюда 6 граммчиков. Получилось ровно 102 грамма, но это не так страшно, я думаю. Вот, и теперь я сюда добавлю водички. Вот, я специально взяла свою емкость. Вот здесь вот 1 литр. И смотрите, мы просто добьем водой до 1 литра и оставим всю эту красоту настаиваться на ночь. А утром мы с вами сделаем прекрасное, свежайшее молоко овсяное. И я вам покажу потом, что можно сделать, когда у нас есть овсяное молоко домашнего приготовления. Так что ждем до утра. Продолжим. Естественно, что я должна это все перемешать, чтобы, как говорится, хлопья хорошенечко наполнились водичкой. Ни солим, ни перчим, ни сахарим. Все натуральное. Вот, поэтому оставляю, я сейчас это накрою и оставляем до завтра. Вот такая у меня прекрасная посуда пирекс, которая закрывается. Все, ждем, ждем, ждем утра. Наступило утро. Берем блендер. Продолжаем. И смотрите, вот мое молочко, которое стояло всю ночь. Я его поставила в холодильник. К сожалению, против света ничего не видно. Мы его сейчас добавим в блендер. И сделаем наше вкуснющее, очень полезное молочко. Так, размешали. Опля. Вылили. И сейчас мы это все прокрутим. Так, закрываем. Ну что, поехали.
Вот наше молочко и готово. Осталось его только процедить. Так, берем посуду, берем сито, накладываем тут наверх мордочку и процеживаем наше ценнейшее, драгоценное молочко из овсяных хлопьев. И потом мы с вами сделаем еще кое-что. Так, послушайте. Красота. Все, что там останется, это не выбрасывать. Это мы можем сделать блинчик. Вот такое вот ценнейшее молоко без всяких консерваторов появилось у меня в доме. Вот, и я из него сейчас себе сделаю. А это, конечно, овсяный вкус его. Я себе вот немножко оставляю, я себе сейчас сделаю утренний коктейль. А эту красоту я поставлю в холодильник. И вот мне на 2 дня еще хватит. На завтра, на послезавтра сделать утренний коктейльчик. А с остаточками, что у меня остались на марлечке, можно сделать масочку, можно сделать скрабик, можно сделать блинчик, все, что хотите. Сейчас посмотрим, как я буду делать коктейль. Так, а сейчас, друзья мои, из этого молочка мы приготовим вкуснющий, полезный коктейль. На утро, смотрите, наше овсяное молочко, которое мы только что с вами сделали. Я туда добавлю сегодня вот такие ягоды. Вот у меня на заморозке здесь малина, ежевика, красная смородина, по-моему, есть голубика. Высыпаем это все туда. Я больше ничего добавлять не буду. Ни сахар, ни какие-то другие фрукты. Просто у меня сегодня будет коктейль вот из этих прекрасных ягодок. Этого вполне достаточно, чтобы почувствовать вкус и сказать вам, на что же это похоже. Вот и готов мой прекрасный напиточек, который я сейчас перелью в замечательную чашечку и буду наслаждаться вкусом. Так, смотрите, у меня такая красивая чашка. Я переливаю все туда. Коктейль достаточно густой, его просто даже можно кушать ложкой. Смотрите, какая красота. Боже мой, боже мой. Так, ну что, закрываем, и я буду пробовать. Посмотрите, как здоровско. Что вам хочу сказать? Запах овсяных хлопьев присутствует, но совсем не слышный. Те, кто любит добавить ложечку сахара, вы можете это сделать. Либо половинку банана. Но мне вот очень нравится, потому что ягода была на заморозке. У меня такой, вы понимаете, получился такой настоящий фруктовый коктейль. Причем очень полезный. Это полноценный завтрак для тех, кто не кушает много утром. Вот как я, например. Поэтому, друзья мои, я вас призываю, делайте этот прекрасный напиток. И включайте свою фантазию. Каждое утро у вас будет полезный завтрак. А с вами была Провансалочка. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Что вы делаете? Может быть, у вас есть какие-то другие рецепты? Может быть, вы делаете как-то по-своему это молоко? Я думаю, что можно сделать в это молоко, добавить и лен, можно добавить, возможно, какие-то другие злаки. И это будет совсем другое молочко. Самое главное, не делайте этого много, чтобы вам не присытило. Сделайте на 2-3 порции и потом смотрите, что бы вам хотелось изменить. Но я вам хочу сказать, что лично я ничего менять не буду. Это прекрасное овсяное молоко станет полноценным завтраком в моей жизни. Не каждый день, но очень часто. Всего хорошего и привет вам всем из Франции. Будьте здоровы, любите себя, ухаживайте за собой. И чтобы не быть голословной, вот я себе это отложила, то, что осталось у меня от молочка.
То есть это мне на завтра, на утро скраб, либо на вечер. Все, закрываем. Храните свои баночки, чтобы жизнь казалась вам прекрасной.